Привет, друзья! У меня в руках Sigma, модель DM1ST, и, на мой взгляд, это один из лучших дредноутов для осознанного старта, для осознанного занятия музыкой. Конечно, существует большое количество более доступных по цене инструментов, но что касается этой модели, это уже ее можно отнести к классу инструментов профессиональных, серьезных, но при этом самых доступных из этой категории. Верхняя дека массив, то есть такой инструмент позволяет лучше передать всю динамику при исполнении. Особенно это важно на начальном этапе, когда музыкант только формирует свое понятие о звуке, о динамике, о музыкальности. Это очень важно, в отличие от бюджетных инструментов, которые идут из ламината. Здесь идет уже массив. Самая важная часть, которая образует звук в инструменте, в акустической гитаре, это верхняя дека, потому что звук рождается у нас именно здесь. Традиционно для Sigma верхние и нижние порожки идут из кости. Они также участвуют в формировании звука путем того, что передают резонанс, струнный в корпус, наилучшим образом. В этой модели есть брат-близнец Sigma DM-ST. Нас сейчас спрашивают, в чем отличие между этими гитарами. Так, серия гитар 1ST отличается тем, что инструменты идут уже лакированные и идут с окантовкой. Также у них есть отличие в звуке, если сравнивать DM-ST и DM-1ST, то модель DM-1ST она звучит более собрано, а модель ST звучит более широко в динамическом диапазоне. Эта модель очень лаконичная. В ней нет никаких излишеств, нету перламутровых инкрустаций, нету деревянных пинов, каких-то навороченных колков. Здесь все сделано очень просто, но за эти деньги вы получаете инструмент с массивом, инструмент, который прекрасно строит, прекрасно звучит и подходит для большинства музыкальных задач, которые стоят перед начинающим музыкантом. Дредноут – это самый распространенный тип корпуса инструментов, самый популярный. Его используют огромное количество музыкантов в абсолютно разных стилях и жанрах, начиная от рокеров, например, Джеймс Хэтфилд использует дредноут, фолковая музыка, например, Марк Нофлер. И список очень большой, то есть это самый распространенный, самый максимально, насколько это возможно, универсальный тип корпуса, который подходит для большинства задач. Несмотря на то, что инструмент является широкоформатным и, скажем так, всеядным, основное его преимущество заключается в том, что дредноуты лучше всего подходят для игры медиатором, для рифов, для флэтпикинга и так далее. Также это идеальный вариант для аккомпанемента. Если вы поете и ищете инструмент, который будет вам помогать в этом, дредноут, елка и красное дерево – идеальный вариант, идеальное сочетание и для такой задачи тоже. Этот инструмент, как и все инструменты, находящиеся в нашем магазине, проходит доводку мастера. На них очень легко, очень удобно играть. И доводка нужна абсолютно для всех инструментов. Неважно, это бюджетная модель или это какой-то дорогой инструмент. Обязательно каждую гитару нужно доводить до ума, регулировать высоты, проверять лады. Много-много нюансов. В общем, инструмент полностью готов. Мы ставим на них 12 струны, они наилучшим образом влияют на звукообразование, они наилучшим образом заставляют наш инструмент, нашу верхнюю деку, резонировать. Также на все наши инструменты мы ставим нашу фирменную печать внутри нашей деки, и это дает пожизненное сервисное обслуживание в нашей мастерской. Друзья, в общем, заходите в гости, пробуйте эту модель, возможно, это то, что вы ищете.